Еще больше взаимодействия в деле воспитания подрастающего поколения. Министерство образования Пензенской области и региональное управление Федеральной службы исполнения наказания заключили соответствующее соглашение. Стороны договорились о совместной реализации проектов различной направленности. Для нас очень важна профилактика. Профилактика в рамках системы образования, раннее выявление деструктивного поведения среди молодежи. Мы уже очень активно начали работать с Федеральной службой исполнения наказаний по Пензенской области. Много мероприятий было сделано. Это и в рамках гражданско-патриотического воспитания, в рамках уроков о важных, которые так сильно необходимы для нашей молодежи. Ведомство давно проводит совместную работу. Так, сотрудники УФСИН регулярно организуют тематические занятия и беседы со школьниками, направленные на патриотическое воспитание. У нас еще есть и проблемы с воспитанием молодежи, поэтому, я думаю, в данном вопросе нам Минобр будет однозначно помогать. И мы очень рады оказывать плодотворное сотрудничество, оказывать помощь Минобру в вопросах воспитания молодежи. Подписание соглашения состоялось в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний. Начальник областного УФСИН также передал министру образования издание «На службе Родине», вышедшее в свет к 140-летию со дня основания уголовно-исправительной системы России. Оно содержит сведения из истории пенитенциарных учреждений Пензенского края. Алексей Комаров подчеркнул, что информация из книги будет полезна при подготовке внеурочных занятий со школьниками в рамках цикла «Разговоры о важном».